Саламатсыздар, урматтуу менин балдарым. Мен ушундай күндөрү өзгөчө дем алам, сүйүнөм Кыргызстандын келечегин көрүп. Силер Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн сактай турган, Кыргызстанды эң өнүккөн, эң бай мамлекет кыла турган силерсиңер. Ошондуктан албетте баарыңыздарга чоң рахмат. Силерди тарыйлаган эне таңарга, мугалимдерге, жакындарыңа, жоро жолдошторуңарга чоң рахмат. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыбыз менен куттуктайм. Аман эсен болуңуздар. Уважаемые мои сограждане, дети мои, я такие дни, как сегодняшний, получаю всегда заряд энергии, потому что вижу будущее страны, будущее независимого, процветающего Кыргызстана. И я убеждаюсь с каждым разом, что мы правильно сделали, что поставили главную ставку, сделали на инвестиции в наше будущее. То есть у нас нет нефти и газа, но мы 24% бюджета выделяем на систему образования, потому что будущее Кыргызстана – это образованное молодое поколение. И пример многих стран мира показывает, что наоборот, страны, где нет ни нефти, ни газа, такие как Япония, Германия, именно они обеспечили наибольший уровень жизненный для своих граждан. Поэтому я очень благодарен вам, вашим родителям, вашим близким и, конечно же, вашим учителям, которые воспитали таких прекрасных молодых граждан Кыргызстана, которые, я думаю, обеспечат, гарантируют прекрасное будущее нашей страны. Поэтому я хочу поблагодарить и вас, и ваших близких, родителей, учителей ваших. И, конечно же, пожелать вам счастья, благополучия и очень долгих лет жизни. Будьте счастливы. Я как президент уже 5-6 раз вручал стипендии. Я после последних выборов президентских пожалел о том, что не говорил с президентскими стипендиатами о серьезных вещах, потому что в ваши годы, конечно же, я думал о серьезных вещах. Поэтому сегодня я хочу с вами немножко поговорить на такие более серьезные темы, потому что я видел, как обманывалась наша молодежь на последних выборах президента. Я хотел бы поговорить сегодня о независимости, о суверенности, о суверенитете Кыргызстана, об идеологической независимости. Все страны мира, так или иначе, все народы мира боролись за свою независимость. Это было и в древнейшей истории. Империи создавались и разваривались, потому что народы боролись за свою независимость. Это было и в новейшей истории. Были случаи, когда, например, знаете, Пражская весна, студент сжег себя в знак протеста. Студент сжег себя в знак протеста, и в итоге все равно Чехия, Чехословакия добилась независимости. Тогда называлась она Чехословакия. Это мы увидели даже в соседнем Казахстане, когда руководителем Казахстана назначили, скажем так, из Москвы совершенно чуждого Казахстану человека. И мы помним, как в декабре в Алмате именно молодежь, студенты, десятки тысяч вышли на площадь, и многие были арестованы, расстреляны. Это тоже было. Жалко, что сегодняшнее руководство Казахстана забыло об этом. Каждому народу дорога своя независимость. Многие народы до сих пор борются за свою независимость. Народы, у которых и древнейшая история,
и численность которых 30-40 миллионов, в отличие от нас, до сих пор идет в некоторых точках земли война, люди гибнут за независимость своего народа. Слава Богу, в нашем регионе, я думаю, такая угроза миновала, но мы видим, что теперь уже независимость можно потерять не только в результате вторжения иностранной армии, а просто вот как в случае с Казахстаном, когда назначили совершенно чуждого человека, который должен был защищать интересы не Казахстана. Вот и на последних выборах президентских я видел, как Кыргызстану президентом навязывали человека, который, конечно же, абсолютно потом работал бы не на интересы Кыргызстана. Но очень харизматичный кандидат, красивый, с красивыми глазами, со сладкими речами. И, конечно же, многие на это купились, хотя дьявол всегда приходит в прекрасном облике, облик мужчины это или женщины. Искуситель, сатана, приходит сюда в прекрасном облике. И мы должны отстаивать свою независимость. Сегодня мы видим проблемы на кыргызско-казахской границе. Некоторые руководители Казахстана вообще говорят, что все транспортные пути, торговые пути из Кыргызстана идут только через Казахстан. Это неправда. У Кыргызстана есть и другие соседи, которые тоже раньше пытались на нас так же давить. Мы помним, как при Каримеве нам отключали на юге и газ, и свет на полгода. Но у нас теперь другие отношения с тем же Узбекистаном, население которого в два раза больше, чем население Казахстана. И у нас прекрасные отношения с Китаем, Великим Китаем, с Таджикистаном. И, конечно же, Кыргызстану надо искать другие пути сбыта своих товаров, другие рынки. Я думаю, мы это найдем. На самом деле, Кыргызстан отрезает от России. Кыргызстан отрезают от России. Я думаю, президент Казахстана даже не подозревает об этом, потому что он, конечно же, верит, как любой президент, своему окружению. Окружение президента Назарбаева – это олигархи, казахские миллиардеры, которые думают не про Казахстан и не про Назарбаева, а о своем будущем. Потому что их счета миллиардные все в западных банках, которые контролируются, конечно же, через валютную систему США. И у них сейчас одна задача, чтобы как-то угодить, и когда будет смена власти в Казахстане, с ними не поступили, как с семьей Каримова, который обидел в свое время США, вывел базу, и потом, вы знаете, миллиарды долларов были арестованы. Вот и вся задача у них. И, наверное, я был неправ, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева. Он такой же доверчивый человек, как я. И проблем, наверное, больше. Но задача олигархической власти Казахстана – это совершенно другая. Я об этом эти дни думал и перед встречей с вами. Видимо, не зря последнее решение посмотреть о переходе Казахстана с кириллицы на латиницу. Это отрезание от России. Это совместные учения военных Казахстана и морпехов США на границе с Россией. И сегодня мы видим, что и не сегодня, последние несколько лет действия Казахстана были направлены на развал Евразийского экономического союза. И выборы в Кыргызстане наглядно показали, что олигархи Казахстана и агенты влияния Госдепа в Кыргызстане, все НПО, получающие деньги, они вдруг объединились.
и у Тимуратова различные, и наши Байсаловы, Отунбаевы, НПО различные, Джакуповы объединились. И больше того, это прорвалось, когда один из тяжеловесов США, Майкл Макфол, это бывший специальный помощник президента США, это до последнего времени был, несколько лет назад был послом, чрезвычайным и полномочным послом США в России. У него это прорвалось, он их, как говорится, всех сдал невольно на эмоциях, видимо, такой же эмоциональный, как я. Он сказал, что вот плохо, что выбрали Жээнбекова, это плохо для демократии. То есть, если бы мы выбрали ставленника олигархов Казахстана и Госдепа США, было бы хорошо. Потому что никакая демократия в Кыргызстане и в нашем регионе США абсолютно не нужна. Я всегда помню и хочу вам напомнить, что когда в 2014 году покойный президент Узбекистана Каримов сказал, что, наверное, в регионе будет война из-за воды и споров на границе, США в течение 4 месяцев безвозмездно передали Узбекистану 328 бронемашин, каждая стоимостью больше 500 тысяч долларов. 328. Причем там сидел диктатор, а здесь президент был демократ. То есть им наплевать на демократию, им нужен хаос и нестабильность. И вот эти олигархи в этих странах, которые деньги держат, конечно, в западных банках, они думают не о Назарбаеве, не о Казахстане, тем более не про Кыргызстан. Они думают о будущем, что будет после Назарбаева и о том, как бы им сберечь свои деньги. Только эта мысль. И жалко, что молодежь в Кыргызстане, ну, наверное, мы виноваты, не говорим, не объясняем. Но независимость – это самое дорогое, что есть у народа. Независимость. И эту независимость у нас просто могут за деньги отобрать. Вы можете просто этого не понять, если будете и дальше вот так иногда обманываться. Красивым словам, красивым глазам. За этим кроется дьявол. Хотя и сам я обманываюсь, и у меня у самого глаза открылись полтора месяца назад. Эта борьба, я вижу, будет долго продолжаться, потому что слишком богатые и великие страны замешаны в этом. Но я, когда стал президентом, уже знал, что для меня это будет главное, это дружеские, братские отношения с соседями в первую очередь. С соседями. Не с заокеанским дядюшкой, а с соседями. Об этом надо помнить. Поэтому ту же кириллицу мы сохраним, потому что с утерей кириллицы тот же Казахстан потеряет творение своих же великих писателей, как Абай, Ауэзов, Алжас Сулейменов и других. Мы не должны этого допустить. Тем более, вы знаете, в этом зале я проводил форум «Алтайская цивилизация. Наша прародина Россия». И мы должны жить в мире со всеми соседями. Иногда надо просто потерпеть, но мы обязаны защищать свою независимость. Президенты уходят, а народы остаются. Об этом надо всегда помнить. Всегда помнить. Еще одна угроза для независимости – это идеологическая независимость. Особенно сейчас. Я должен об этом вам сказать, когда нашему многонациональному народу пытаются навязать под видом ислама совершенно чуждую нам идеологию. Совершенно чуждую нам идеологию. Хотя перед этим я хочу еще раз сказать о том, что демократия в Кыргызстане не нужна не только якобы демократическим странам, но не нужна даже и международным организациям. Когда Комитет по правам человека в ООН принимал резолюцию против Кыргызстана,
Они пытались принять такую же резолюцию против Саудовской Аравии, потому что в Саудовской Аравии только теперь разрешили женщинам водить машины. И то это пока не реализовано. Но если мы говорим о правах человека, разве женщина не человек? Вот чем надо заниматься комитету ООН по правам человека, во главе которого сидит представитель арабской страны? Ты посмотри сначала у себя. Если у вас женщина до сих пор не человек, кого учите? Но против нас резолюцию пропустили, а против Саудовской Аравии генсек Пан Ги Мун открыто сказал, говорит, Саудовская Аравия у нас финансирует 5 или 8% бюджета ООН, поэтому мы не можем никаких применять там резолюций. Тем более там 22% США у них финансируют. То есть все эти резолюции даже в международных организациях часто принимаются за деньги. Что касается ислама. Ислам – это великая религия. И я хочу сделать подборку. У меня есть перевод Корана, который одобрен советом улемов Саудовской Аравии, перевод Валерии Пороховой. И там есть весь Коран, трудно читать, я знаю, особенно молодым. Я, наверное, такую выдержку на 10-20 страницах сделаю, прям с переводами на обоих языках. Главные постулаты Корана совершенно другие. Например, во второй суре Бакара говорится, что нет принуждения в религии. Нет принуждения в религии. То есть, когда какие-то бородачи в кальсонах навязывают кому-то свои принципы, свои убеждения, это уже против Корана. В Коране говорится, что мусульмане, иудеи, назареи и сабеи будут удостоены награды Господа, награды Аллаха. Мусульмане, иудеи, назареи и сабеи. Назареи и сабеи – это христиане. И когда под знаменем ислама убивают христиан или иудеев, это против Корана. А Коран – это слова Аллаха в ислам. В Коране говорится, то, что тот, который убил одного человека, подобен его поступок, подобен тому, что он убил всех людей на земле. И когда кто-то кому-то отрезает голову под видом борьбы за ислам, это враг Корана, враг Господа, враг Аллаха, потому что он поступает вопреки Корану. В Коране сказано, Господь дал вам наряды, наряжайтесь. Наряжайтесь, это не вовсе черные мешки на голове и черная одежда. И там много что есть. Никто этого пока не осмелился сказать. Я буду об этом говорить, потому что я себя, конечно же, считаю мусульманином. И в Коране сказано, что только один Всевышний, только один Господь решает, кто будет наказан, а кто будет прощен. Может быть, в аду именно будут те, вот эти бородачи, которые 5 раз в день читают намаз и призывают к нетерпимости. Потому что, вы знаете, одни из самых употребляемых слов в Коране – это «Бисмилла Рахман Рахим» во имя Аллахова, Аллаха милостивого и милосердного. И милостивому, и милосердному Всевышнему не нужно, чтобы кому-то отрезали голову, одевали черные мешки на голову вместо одежды. Это совсем другая религия. Но был, конечно, расцвет у ислама, когда следовали Корану, следовали пророку Мухаммеду. Пророк Мухаммед говорил, что час занятий наукой, знаниями заменяет ночь молитв. Вы уже заменяете годы ночей молитв.
А день занятий наукой или знаниями, образованием заменяет 3 месяца поста. Об этом вот эти чаламалдо никому не говорят. И когда вот эти заветы пророка выполнялись, ислам, мусульманские ученые были самыми лучшими во всем мире. Та же алгебра, цифры даже, которыми мы сейчас пользуемся, это взято у мусульманских ученых. Это взято у мусульманских ученых. Слово «алгоритм» взято от имени Аль-Хорезми, хорезмского ученого. Алгоритм, алгебра. Астролябия, которой пользовался Колумб, когда открывал Америку, это изобретение великого самаркандского ученого Улугбека. Но пришел момент, когда победили вот эти чаломалдо, полуимамы, неграмотные, фанатики, которые знали только наизусть определенные суры Корана. Именно догматики от ислама, именно вот эти молодые имамы убили великого Улугбека. Что мы имеем сегодня? Сегодня мы имеем исламский мир в научном отношении, сам отстал. Всего 2-3 лауреата Нобелевской премии из многих сотен. Вот заслуга вот этих имамов и молодо бородатых, которых тащат нас в Средневековье, которые хотят убить разум мусульман. А сон разума рождает чудовищ. Урматту менен кыргыз мекендештерим, балдарым, шуну ойлонгула. Мен сиздер үчүн атайлап, өз акчама азыр ар бир университет мектепке таратпасам болбой калыптыр. Болгону 10 барак болот, 20 барак. Окугула Куран-ы Керимдин сөздөрүн. Куран-ы Керимди биздин чаламолдолор тияктагылардан үйрөнүп алып, таптакыр башка тартып, таптакыр башка жака алып баратат. Исламда, динде мажбурлоо, таңылоо жок деп турса, дамбал кийгиле, башыңарга кара мүшөк кийгиле деп. Бул кыргыз элинин душманы. Кыргыз элинин душманы. Бул исламдын душманы. Мне уже пару раз объявляли джихад, я джихадов не боюсь. Эти джихады объявляются против нормальных людей. В самом Коране джихад и в хадисах пророка – это борьба человека со всем плохим, что есть в нем. Со всем плохим, что есть в нем. Поэтому надо, конечно же, верить в то, во что вы верите. Но надо, чтобы в основе этой веры было добро, уважение к мнению других людей, забота о других людей. В основе любой веры в истинного Бога не может лежать зло. Не может лежать ненависть, злоба, только добро. Только добро. И когда было так в исламе, тогда мусульмане были самыми великими учеными. Все переписывали трактаты наших ученых. И мы должны это вернуть обратно. Это характерно для любой религии. Характерно для любой религии. И у христиан, вы знаете, многие не понимают фразы, что если ударили по одной щеке, подстав другую щеку, вспоминают только око за око, зуб за зуб. Но если почитаете Евангелие от всех четырех, все 4 Евангелия, это тоже прекрасная вещь. Тоже прекрасная вещь. Всегда надо верить в добро, искать добро. Если вы начинаете видеть плохое вокруг, только плохое. Так вот, один кандидат же говорит, за 6 лет ничего в Кыргызстане не сделано, никакой борьбы с коррупцией нет, демократии нет. Вот, говорит, на госканалах одностороннее, включил бы свой НТС. Все дерьмо там собрал. И по этому случаю Иисусом Христом сказано, если видите только черное, надо очищать око. Око, глаза человека, должны быть чистыми и видеть добро в людях, помогать людям. Если будете верить в добро,
И если вы будете идти дорогой добра, вы всегда рано или поздно победите. Я вам говорю как человек, который стал президентом страны, который видел те времена, когда ко мне близко подходить боялись. И когда говорят сегодня про административный ресурс, к сожалению, некоторые верят в это. Я помню, как на выборах 2007 года в парламент мой сопартиец Халиков, городе Кант, прошел с флагом СДПК просто по Канту. И через неделю его повесили, бакиевские прислужники. Просто повесили. Мы помним прекрасно, как убили и живым сожгли руководителя администрации Бакиева. Причем младший брат лично принимал участие и пытал Садыркулова. И человек, которого Садыркулов сделал спикером и называл «Зая», Зайнедин Курманов, он даже не пикнул, потому что таким людям, подонкам, дороже кресло. И сейчас они все в оппозиции, потому что кресло ворам, коррупционерам и подонкам в Кыргызстане не должны даваться. Они должны даваться честным, порядочным людям. Таким, как был покойный Темир Жумакадырович Курмангазиев, погибший в 38 лет ради честных выборов. И вы помните, вы, наверное, слышали, как будущий премьер Бабанова говорит, надо отомстить Сооронбаю за Бакиева. Это Сооронбай прогнал Бакиева из Аша. Надо отомстить ему за то, что Жээнбеков сохранил единый Кыргызстан. Ведь Бакиев хотел сделать Ош столицей и разделить совсем страну на северный и южный Кыргызстан. Вот такие примеры у нас были бы. Вместо Сапара Исакова. Вот такой президент у нас был бы продажный вместо Жээнбекова. И только Бог нас спас, потому что многие купились на красивые глаза, красивые слова, на деньги. Даже, вот я говорил про Дунганина Халикова. Многие дунгане даже. Это меня, конечно, шокировало. Не только. Я не хочу винить какую-то... Мы единый многонациональный народ Кыргызстана. В самом слове «кыргыз» заложено «кыркус». Просто раньше нас называли поэтому «кара кыргыз», «большой кыргыз», киргизский народ. «Кара» есть второе значение «большой». «Карамал» значит это «большой животный». «Карадениз» – «большое море». «Карагуч» – есть «гуч» сила. «Карагуч» – это суперсила. И «кыргызы», «кара кыргызы» – это было именно объединение 40 крупнейших народов. И мы должны об этом помнить, никого не делить. Если какую-то этническую общину в Кыргызстане поворачивают против страны, это поворачивают их лидеры. Другое дело, что определенные наши структуры должны выяснить этих лидеров, разобраться. Потому что некоторые из них, конечно же, мы теперь это видим, работают на другие страны. Бог нас миловал. Мы буквально перед выборами, если вы не знаете, поймали полковника спецслужб, бывшего якобы. Бывших полковников не бывает. Он прямо на переговорах о продаже оружия. Это борьба за независимость. Почему я вам так долго об этом говорю? Независимость – это самое главное для нашего народа. Урматты менен балдарым, тарыхты билбесиңер кыйын болот. Кыргызын тарыхы абдан татал, кырылып баратып сакталып калдык, ачык айтайын. Убагында Манас атабыз өлгөндөн кийин, көз жумгандан кийин, АБК көбөштөр башкарып калган Кыргызстанды. АБК көбөштөр. Манас атабыздын өмүрлүк жары Каныке апабыз качкан, кичинекей Семетей менен Бухарага качкан. Азыр да алыке көбөштүн уркактары башын көтөрүп атат. Мен мурдагерини YouTube'тан видео көрүп алып, жаман кайгырдым. Таластын губернатору Дайыр Кенекеев Манас тап келип, Манас атанын сөзүн окуп берем десе, ышкырып, бакырып окутпай койду жаш балдар. Аркасында албетте бискилес ким турат.
Абыке Гөвештің ұрпақтары елдің башына әләнді. Манас атауыстың сөзін таластан ұқытпайды. Уят! Таластықтар үшін қаптан ұят. Менің сөзімді ұқытпасын, ұқтырбасын. Манас атауыстың сөзін таласта ұқым дегенде ел Құраны керімдей ұққандай ұқыш керек. Манас атауыз. Өзгеше таласта. Таластын жүрт қылып, таластын үнін шығарып. Чингиз Айтматов айтқан Саяқбай Қаралаев азырқы қылымдың гамериді. Саяқбай Қаралаевтың китебін Манас дастанын оқытпайыз деп ұшқырып бақырып, Манас атаның сөзін ұқпайыз деп ұшқырып бақырып, Абыке Гөвештің ұрпақтары таласта қылып атқан қылғылын көріп алып, мен абдан қайғырдым. Рахмат да еркен екенекке. Телефон шалып айттым, сен Манастың ұрпағы екенсің. Манастың ұрпақтары Қырғызстанда көбірек, таласта да көбірек, алданып кетсе де. Манастың ұрпақтары көзің өрді ач қыла. Манасты өлтірген білесіңер. Қату жарақатты Шыңғыс ханның ұрпақтары қоңырбай қылған. Шыңғыз. Анткені Монголияда аларды монгол деді. Россия менен Қырғызстанда қалмақ дейміз. Қалмақ еліне ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ бұл тарих. Анан азыркы Чингизиттерди ээрчиген таластык биздин саткын адамды жаш жигитти ээрчип Абыке Гөвештин урпактарын угуп Манас дастанын таласта укпайм дегендери бул уят. Мени укпагыла, урматтуу таластыктар. Манас атанын сөзүн окуйм дегенде Куран-ы Керимди Құдай өзі кетірсін, бірақ қырғыздар үшін Құран-ы Керімден кейін келе кетіп Манас. Құран-ы Керімден кейін келе пайғамбардан кейін біздің ұйық адамымыз Манас. Біз Манастың ұрпақтары. Абыке Гөвештің ұрпақтарына жол бербейлік. Өзгеше таласта. Талас басқаша бір жер. Бүт Қырғызстан сыймықтанады. Мына Алатау аянтында Манас атауыз тұрады. Берки тарабында Чингиз Төрекулович Айтматов тұрады. Ошондой эле балдары кыйын болсо, ачык айтайын, биринчи жолу айтып атам. Чингиз Төрекуловичтин Айтматовтун күмбөзү бүтпөй атканда ошо таластын байлары бир тыйын берген жок. Бир тыйын. Мен акча таап бүтүрүп бердим. Мына Чингиз Төрекуловичтин күмбөзүн мына айтпаган нерсени айттым. Театр болуу, башка нерсе болуу. Шекерлик, кара буралык Айтматовго бир тыйын берген таластын байлары. Ошолор дерчигендер, бул Абыке Гөвештин урпактары. Абыке Гөвештин урпактары. Манас атабыз болобу, башка бабаларыбыз болобу, жүздөгөн, миңдеген бабаларыбыз канын берди Кыргызстандын эгемендүүлүгү үчүн. Мына 2007 жылы айтып бердим. Алда Манастың ұрпағы дұңған болғаны мені. Көп болытты қырғыз әл. 10 жылы қанша жігітті біз өлді. Аның ішінде 9 таластық жігіт. Аянтта өлген. Бабановтар жақшын жүргенді. Ұят. Тарықты ұнытпайлық. Тарықты ұнытпайлық. Никогда не забывайте историю. Изучайте историю. Если вы стреляете в прошлое из пистолета, будущее выстрелит вас из пушки. Не забывайте об этом. И боритесь со своими недостатками, хотя трудно побороть, я до сих пор не могу побороть свою эмоциональность, излишнюю откровенность. Ну, я уже 61 год, уже мне трудно исправить, как в русской поговорке Горбатова, могила исправить. Я уже, наверное, такой и останусь.
Ну, кому-то надо говорить правду, я думаю. Пускай она очень плохая. Многим не нравится, и она, конечно, рикошетами по мне самому ударит, но кому-то нужно говорить правду, потому что за свои 61 прожитых лет я понял, что главная сила у человека – это правда. И я всегда побеждал только благодаря правде и только благодаря опоре на добрых людей, на доброту, на лучшие качества людей. Поэтому я бы вам что пожелал бы? Я часто прощаю людей. Вот этому можете учиться, потому что у вас впереди не только учеба. Вы будете строить свою жизнь. И беспокоит меня процент разводов. Учитесь прощать друг друга со своей будущей половинкой, со своей парой. Не зря же говорят, такую легенду рассказывают, что сначала Бог создал человека. Не мужчину, не женщину, просто человека. Но он стал настолько силен, что Бог разделил пополам, сделал мужчину и женщину, и сделал так, чтобы трудно было найти свою половинку. Но если ты находишь свою половинку, ты становишься очень сильным, поверьте мне. Я это испытал на себе, становишься очень сильным. Берегите добро, не забывайте добро. Даже если кто-то вам сделал маленькое добро, помните об этом. Балдарым мене. Аман есен болгула. Бардыгы жакшы болот. Мына Кыргызстандын келечеги баарынан ачык. Анткени биз өзүбүздүн жолубуз менен баратабыз. Кыргыз эли өзүнүн намысын жанынан өйдө коёт. Эгемендүүлүгүбүз үчүн, албетте, мекенибиз үчүн биз башыбызды курман кылганга дайыма даярбыз. Ошондуктан мына мүмкүн көбүрөөк сүйлөп койдум. Бирок мурун да ушундай сөздөрдү айтсам болмок экен да. Ошондо мүмкүн жаштар азыраат, азгырыкты ээрчийт, шайтанды азыраак ээрчийт, калп сөздөргө ишенбейт. Мен сиздерге каалаганым бактылуу болгула, көп жашагыла, аман болгула, аман болгула. Кандай кыйынчылык болсо дагы аман болгула, анткени жамандыкты амандык жеңет. Дети мои, главное, живите долго. Иногда будет очень трудно, когда даже не хочется жить. Я это много раз испытывал. Это Бог испытывает, судьба испытывает нас. И надо жить судьбе на зло. Потому что за этим испытанием всегда приходит хорошее. Не сломайтесь в трудную минуту. Верьте только в хорошее, и вы добьетесь своего. И со временем скажете, что такая мелочь, а я чуть ли хотел там с дома спрыгнуть и так далее. Поэтому живите долго. Вы нам нужны живыми, долго, здоровыми и счастливыми. Счастья вам, счастья вам. Поздравляю.